Настраивайся на раз, всю мощь собираем. Второе, третье повторение не имеет значения уже в тяге. Проверка на приборе InBody. Перед вами совершенство просто. Давно я таких мрачных, мерзотных ощущений не испытывал. Мой нос не это, не пропагандируй. Доброе утро. Руки мыл? Конечно. Опять ты нос снимаешь, мой. Как дела, Гогов? Да вон тут пока. Это Вася барагозит, короче. Какой мы день уже тут? Какой мы день здесь? Второй. Расскажи, как твои впечатления. Да кайф. Люди встречают вообще шикарно. Все прям на позитиве. Ну, хорошо все. Истории бывалых рыбаков. Не-не. Ты что, не смотрел? Выжить любой ценой? Да я там смотрел. Он что-то этот верблюжий помет ел там что-то. Не, он не ел. Он спал верблюжий. Ну, хер с ним, одна херня. Да. А в саванне он из этого, из слоновьего говна себе влагу в рот выдавливал, так прям поднимал, и я такую говяку, короче, сжимал, и типа насыщался таким образом. Так вот что, она же из травы, как он сказал. Ну, действительно, да. Че ты паришься? Ну, жить-то там, хочется? Там вообще прикольные штуки, да, я вспоминаю, он ел. Я помню, как он скунса жрал. Его секрет вот этот? Он, да. Железу, наверное, он вырезал и по вкусу напоминает, как будто типа соседская собака насрала вам в стейке, короче. Пахнет ужасно. Поговаривают, что если скунс собаку, короче, это самое, ну, это называется, да, пшикает, короче, то проще ее застрелить, чем отмыть, то есть она будет вонять просто, ну. Она социальное животное, а если ее вот скунс брызгает, она дохнет просто от тоски, потому что она не может ни с кем как бы дружить. У нас был в классе вонючий чувак, с ним никто не общался, но он вроде доживой остался. Рыбачьи рвей рыбачат. Пьянствовать мы не будем. Сейчас накачаем лодку, зайдем, поим рыбачить. Эй, херовый рыбак. Я не люблю. Сейчас тебя научу. Ну что ты меня научишь? Рыбачить. Ты мой нос не это, не пропагандируй. 22. Как дядя Тимчу. Так каждый день, Кирилл. Мне нравится, что я болтаю. Баланс надо по-другому ловить. Да. Здесь надо поймать середину. Только не за мой нос. Палец сюда надо. Да? Палец. Пацан пытается, да. Жить хочет. Вот. Давай Кирилла на плечи. Я с удовольствием. Кир, хочешь ко мне на плечи? Ну что, ребят? Да какая-то тяжесть на плечах. Чувствуешь тяжесть на плечах? Угу. У тебя болит голова? Типа того. Ну как тебе день? Ну рассказывай. Слушай, ну вообще хороший очень день отдыха. Я расслабил вообще атмосферу. Все, что нужно, да? Да, очень хорошо отдыхает. Вот этому крестику уже очень-очень-очень много лет. 15 точно, ну много. У меня была возможность... Мне там по бартеру предлагали с бриллиантами всякие там, золото, которое безумных денег стоит. Но для меня нет ничего дороже вот этого крестика, который мне подарил моя бабушка. И вот этого гайтанчика. Вот эта тряпочка ветхая, разрушенная, которую мне сейчас бабушка новую сделает. Она для меня дороже, чем бриллиантовый, цепь с бриллиантами в общем. Ну вообще, конечно, мы идем бабушку повидать. То завтра уже уезжать. Фу. Открываю. Здравствуйте. Заходите. Ой, я не знал, что тоже гостей придет. Как ты, бабончик? Бабончик? Ослепну, наверное, скоро. Что ты стоишь? А вот этот глаз совсем не видит ничего. Заходи сюда, проходи. Вечер. Я связал тебе. Вот, там уже дожили до того, что такое. А я, видишь, я еще куда-то... Чего? Подбривал себе бороду. А, полоснул, понимаешь. Второй покрывал еще вон там у меня в этом лежит. Вот с этой стороны. Вот доставай. Она это? Вот это. Там же тебе кровать надо заправлять. Чего тебе покрывал на кровать? А, ты на кровать? Это двуспальня на кровать как раз. Ну, стегом, спасибо. А ты с той квартиры диван взял, нет?
С какой стой? А там стоял белый диван. Я Максиму его дал. А, ну я тебе на него крывало дам другую, у меня там он лежит. Или вот завтра Максим принесет. Что по банке? А? Банки у меня не появляется, не знаю чего. Как дела? Ну как могут быть дела 80 лет? На 80% отлично. Ну, чуть-чуть в уголок полезли, я что-то не померил, почти чуть. Куда Орлов пролез, ну всё, с Богом. Здесь геологические разработки были, искали нефть. Добурились что-то больше километра, пошла вода. Пахнет она чем? Маланом, спящим возле меня. То есть сероводородом. Приятная на вкус. Не скажу, что, знаешь, пахнет дико тухлыми яйцами, но приятно. Почему из нее не открыли и не сделали минералку? Потому что в области не было такого оборудования, чтобы измерить глубину скважины. Наша гуманитарная миссия во главе со мной и Андреем Николаевичем Зайкиным. Собственной персоной Андрей Николаевич Зайкин. Здравствуйте. Привет. Доставил оборудование. В декабре 2019 года я пообещал, что если что-то останется из оборудования на чемпионате мира, мы сюда доставим. Из оборудования ничего не осталось, естественно, потому что все использовалось в дальнейших соревнованиях. Поэтому мы с Андреем Николаевичем решили просто сделать новое. Изготовили в количестве 3 штамп, закупились замками. В количестве 3 жим-стойки, жим-присед, точнее, лавки и кардиодорожку. О, ребят. Это жим-присед мы тебе привезли, универсальный. Да? И 3 грифа с замками. Эти инвест работали родного там, где плохо. Я сам вкрутил все это в юности, сейчас мне плохо. У меня же половину все самодельное, вот. Теперь все, естественно, будет зал основной главный, именно лифтерский. Будет вот все из стандартного, хорошего, нового. А для тех, кто не знает, вы для Кирилла кто? Я тренер его, соратник по спорту. Ну, отец, можно сказать, второй. А он мне сын второй. Вот так вот получается. У меня здесь филиал от детско-юношеской спортивной школы. Угу. Это около 40-50 человек. И также спортивный клуб «Максимум» мой, который я создал давным-давно. Но в нем занимаются уже взрослые, от 18 и выше. То есть взрослые, так что нормально. А успешные сейчас есть, нет? Есть, есть. У меня и мастера спорта есть, и подрастает новое поколение. Здесь очень способные ребята, очень. А Кирилл помогает так часто вообще, нет? Каждое лето, как приезжает, обязательно, подарки. Что я сказал, когда зашел в этот зал в прошлом году? Это очень важно для зала, чтобы была энергетика хорошая. Пофиг, какое помещение, главное, что... Вот это внутреннее состояние. Мужицкий зал. Да. Такой без розовых носков, блядь, вот этой вот хуйни. Разделал тягу 150 килограмм, на это взял на блок, начал тянуть. А болт, вот этот, который здесь был, не выдержал, оно так вот, пум, вверх вылетело. Назад улетал. А до чего? Когда после того, как вылетело. Ты когда интерпретировался назад, Андрей? Когда вот так тянешь? Я отрывал этот трос и улетал назад. На 1.4 метра, блин. Ну, короче, у Евгения Сандова, у него была целая система с такими гантелями тренировочными, она каждое утро делала. Это как-то это... 400 килограмм на эти груз, знаете, стойчиво. Когда еще залазишь, упираешься, вот так поднимаешься. Да. Ты там делаешь все свои дела. Нет, самое опасное класть потом с таким весом. Все удавалось ему нормально. Сейчас, дядя Витя, отвезем подарки, все выгрузим. То есть, чтобы это... Шейкеры я ставил. Они запечатаны, все отлично. Ждаем, что еще нужно. Еще нужно 3 помоста и полтонны железа. Полтонны железа, да, нужно обязательно. Я занимаюсь своим делом. Каждый должен заниматься. Любимое своим дело? Да. Надо заниматься своим делом, который любишь, который знаешь. Ребятишки сильно есть? Да, есть. Услышите скоро. Ты сколько сейчас лет здесь? 68. 68? Да. Ты еще поднимаешь? Да, понемножку, потихонюшку. Почему ты плавать не умеешь? Ты же с деревни. И что? Как так можно? Ну не плаваю я. Слегка поднырнуть. В принципе, говно не тонет, так что я не утону. Какое говно? Золотой человек. Он на дно уйдет, еще дно пробьет. Ну, русал! Помню, как быстро закрывались двери. А еще я помню, что их звук сильнее, когда в тебя не верят. Мы сейчас заедем, я забыл вручить
подарок. О, хорошая штука вообще. Мы все страдали от отсутствия массажа. Просто ничего, просто вставил, включил кнопочку он, и здесь у тебя. Мощь. Какие планы у тебя? Сделать тренировку. С чего она состоять будет? Джим у меня в слимшоте сегодня и становая тяга. Что любил? Ну, замки вешают на длинный брат, или как они там называются. Что-то. Узы скрепляют, да? Да, я почему-то любил ночью выходить, обрезать эти. А покажи, как делал. Не, он с гусачками, наверное, да? Этот, ломер такой. Гвоздодер назывался, как он там назывался. Блин. Что, тренируемся? Мы сегодня делаем что? Мы вообще здесь ради Андрей Владимирович. Мы сегодня будем делать тягу, я буду делать вверх. Господа будут закисляться. Какой план? По настроению. Сейчас посмотрю, что они будут творить. Какой план ведь? Дон Маланом потянуть. О чем еще можно мечтать? А там как пойдет. По холодным крышам, размашистым вальяжным шагом, распекав страх и боль по бездонным шахтам. Черно-белый плацдарм, как доска для шахмат, ушатанный подъезд. Сколько сегодня берешь? 170. Ой, я в прошлый раз, да, по-моему, жал в слингшоте? В слингшоте жал, 260 и 270 жал. Большой. Что в итоге у вас за треньком? Ну, чуть-чуть подтягиваемся. Я просто жду тягу. Тут сколько? 32. Ну, сколько раз делаешь? Ну, 3-5. Под ледом свинцового купола, в центре бесцветного урбана. Мне надо максимально глубоко приседать. Ровнее получается движение. Малан, а ты что такое? Я даже не знаю, какой-то, может, этот, как его? Метеорит? Нет, знаешь, это в полях, как его, удобрение. Сколько здесь? 200. Настраивайся на раз, всю мощь собирая. Второе, третье повторение не имеет значения уже в тяге. Самое главное первое повторение. Чебалах извести в бороду. Что мы с тобой? В бороду поймаешь. Пошел, пошел! В Африке реки вот такой ширины. А почему он так? Потому что он боксер. Был 4 года. Это единственный пауэрлифтер, который вас размотает просто. Задача. Кинуть плоский камень с максимальной траектории и скорости так, чтобы она отскочила от воды водяной глади. По водяной глади великой Волги, матушки, как можно больше раз. 2, 3, 4. Вот это нормальный был. Дай. Сколько? 6. Да нет, 8 был. 6. Это ты не досмотрел. Надо мне получается. Потому что ты без головы. Надо было камеру поставить. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Андрей Маланович у нас в фаворе. Побеждает. Главный приз у нас в этот раз — это кирпич. Кирпич простой, дачный, для огорода в пользу. Можно костер из него сложить. Вон, смотри, с пальмами. Нет, я сейчас возьму что-нибудь сексуальное. Вот такое, мне кажется. Чтобы экстремально было? Сайз 48. А у меня какой сайз? 52. Прекрасно. На канал культуры прямая трансляция идет. Тащи грим и бритву. Пошел нахер. Так, вставай спиной, не прислоняйся. Надо стоечку сначала рост. Так просто вдавил. Чапалах был просто. Так, теперь вставай, пожалуйста, сюда. Просто 71. Идет измерение вашего веса. Странно. Не беритесь за ручки и не двигайтесь. Измерение веса завершено. Возраст. 29. Поставьте пятки на заднюю электроды на 80. Теперь, пожалуйста, не разговаривай. Не должны.
касаться боку. И вот током, если выдержит, то нормально. Начинается проверка на приборе InBody. Не двигайтесь во время проверки. Слушай, рот не раскрывай. Смотри, что труселя одел какие, а? Чего, чтобы бугор был виден, а? Усы, посмотри, поползли и все, распушились на конце. Слушай, у него недостаток жира. Превышение на 85%. Пошел нахер отсюда! 99 баллов из 100. Сейчас. Перед вами совершенство просто. Не, 1% это как бы, ну просто чтобы. Ой, я буду вставать, где вставало совершенство. Измерение веса завершено. Как обычно. Ну, не так, не 99, у нас, наверное, будет 70, может быть. У тебя форма выступающего атлета. Завершено. Все? Измерение вашего веса. Все. Почему? Ну, все эти компьютеры для туристов. Ты смотри, сколько у меня скелетной макулатуры. 137. Витя! Витя, где ты? Спортивная фигура за пределами. Супермен. 107. Супер. Давайте. Вот на самом деле на сайте можно полностью почитать вот трактовку, да. Вот она дает соотношение общее, потом по скелетной, по мышечной, по жировой ткани, то есть полностью и по сегментам туловище, руки, ноги. Мне вот интересно вот было на Андрюху посмотреть, когда он на пике формы. Слышишь, сколько можно? Там мяса скелетного там? Не надо. 137 из 100. Все сфабриковано. Интересно. Даже бедра померил, руку померил. Он реально, я тебе серьезно говорю, он реально правильно померил. Он грудь даже правильно померил. Что у нас происходит? Короче, беготня вверх с повышенным давлением. Челлендж. О. Километр 200 вверх, перепад высот 200 метров, 250. Пойдем выпадами. О, кайф. Пойдем выпадами, Гога, я на Гоге. Готов? Давай. Я готов. Витя, еще готов? Погнали! Ты знаешь, смотришь на это, думаешь, да хуй ты, точнее, чего тут? Мы еще на метров 100 не прошли, но я чувствую сейчас горные болезни. Не уложились мы в 10 минут. Витя 10:21, я сейчас смотрел. Я сделал стратегическую ошибку, попив кофе. Сердечко бьется за троих. Запомните, первое правило нетворкинга и дипломатии. Даже если вы можете, но это будет вам польза, выступайте вперед. Давно я таких мрачных, мерзотных ощущений не испытывал. 8 минут. 15:03, 10:20. 10:21 у тебя. А ты за сколько хочешь? 8. За 8? Не, хорошая нагрузочка, да, да, очень полезная. Я рекомендую всем такую делать раз в неделю хотя бы вот такая вот вещь. Мрак, но это очень полезно. Ну как его? Эльбрус покорен. За 8 минут Гога дошел, 8 минут. Виктор Евгеньевич на 80% дошел за 10:20, за 10:21, что ли? Я зашел за 15:20. Я не знаю, за полчаса, наверное. Не, что ты сказал, 24 минуты. 23.